где-то какие-то всплески. То есть оно... Есть, кстати, очень интересное такое эссе у Кестлера. Вы это имя знаете, конечно. Это Артур, эссе, кстати, Артур переводилось. Кестлер. Что? Артур Кестлер. Артур Кестлер, да. Совершенно верно. Ну, вот Darkness которого... at noon. Тьма в полдень, да. Ну, вы это знаете, конечно, да. Так вот, у него есть такая эссе. Оно, кстати, переводилось в одном журнале еще в годах 80-х, 90-х. Переводилось. И оно такое, значит, вроде в форме вопроса. Человек-ошибка эволюции. И там по ряду признаков такая мысль, которую проверить, видимо, сложно. Но знаете, как есть такая итальянская поговорка, если это неверно, то хорошо придумано. Есть такая поговорка. И он считает, что в ходе генетического развития человека произошел какой-то сбой. И в результате чего, значит, образовался вот наш вид, которому Homo sapiens, так называемый, который заведомо не способен к каким-то вещам, к убийству себе подобных, причем не только там, какому-то там как бы физиологическому, связанному с какими-то влечениями, там, с борьбой за там олениху среди оленей, там, волчицу среди волков, а просто вот какое-то непонятно для чего массовое убийство, причем убийство на изощренное, пыточное, себе подобное. Абсолютная невозможность урегулировать как-то миры рациональные и иррациональные в одном человеке. Абсолютная неспособность организовать общежитие со своим соседом. То есть ряд, который человек просто при всем, казалось бы, прогрессе не может осуществить. Но об этом писали, что в науках, скажем, какие-то детали исследованы с немыслимыми подробностями. А какие-то вопросы, как задавал тысячи лет назад человек, так и сегодня задает себе. Но вот у Кестлера такая мысль, что, видимо, это уже как бы генетический порог вот человеческого рода. То есть он связан с, ну, вот какой-то, условно говоря, генетический сбой произошел. То есть... И возник какой-то вид вот такой, который люди сами назвали себя мудрыми, Homo sapiens, ведь да, вот. Да. И который в конечном счете обрекает их на самоуничтожение. Ну, то есть это тупиковая, ситуация. Правильно, тупиковая. Хорошо, а как же тогда великие йогины и подвижники, вышедшие, может быть, в принципе, какой-то выход за это, но это мне трудно сказать, поскольку мне лично опыта вот такого, у меня лично нет опыта. Но вы допускаете его? Что? Допускаете? Я его допускаю. Что в каких-то случаях, ну вот опять же, вот как и то, что мы уже говорили, образ порога, когда что-то вот нет. Но наша жизнь задана, мы не можем эту вот тахту удалить и увидеть, скажем, плинтус вот этой стены. Принципиально не можем. Но может для кого-то его нет. Но может в эту комнату войти человек, обладающий гораздо большим потенциалом энергетическим, который может даст быть. На секунду может нам быть. Но мне, да. Некий, назовем его условно Антоний Сурожский, понятно, что я не имею в виду его, метафорический, может быть, который да. может... Я могу это допустить, потому что есть факты, когда люди действительно ясновидны. Иногда это людей озаряет на время, иногда это происходит в отношении ближайших родных. Это происходит, действительно. Я это допускаю. В моей жизни этого, ну, были какие-то, я уже говорю, примеры, когда вроде я чувствую, что близится срок чего-то, и где я не ошибся. Но, конечно, мне это, я не могу сказать, чтобы я был этим наделен. Вещи Поэтому сны, наконец. Снов у меня были очень запоминающиеся. Угу. Называть их вещами трудно. Был только один сон. Из тех, как вообще-то сильнее всего, так сказать, сохранились сны именно детства, несколько. Но это сны скорее страха и ужаса. Угу. Хотя создавшиеся, ну это сейчас не надо на них останавливаться, которые, если проанализировать, из каких-то моментов, которые я мог видеть в яви, которые. Где вы были во время войны? Во время войны я был сначала в Москве, потом. У нас мамина родная сестра с мужем, они давно жили в Ташкенте. Угу. Когда начали бомбежки Москвы, значит, отец отправил меня и маму, и сестру отправил туда, к тетке. Вот.
Мы там 2 года жили, а потом вернулись. То есть еще война не закончилась, нет, вы вернулись? Нет, нет. Ну, уже было, перелом уже ощущался, уже начались салюты. То есть в честь это уже освобождения 43-й городов, год, наверное. Да. Это было все, в 43-м мы уже вернулись. Отец тоже на какое-то время со своим институтом выезжал, потом он вернулся раньше нас, так сказать, уже выезжал был там. Выезжал не в Ташкент, в другое место. Нет, он какое-то время он был в Ташкенте, они сначала, в общем, там, куда перевели институт его, вот. Потом он вернулся раньше нас, вот. То есть он был со своим институтом около года, потом он вернулся, кажется, уже в 42-м, по-моему, если не ошибаюсь, вот. И, а мы, значит, уже вернулись в 43-м, вот, и там, значит, и... Но уже был, так сказать, перелом в войне, хотя еще война продолжалась, и где-то еще была не вся территория российская освобождена в это время. Но уже был очевиден, был уже перелом, и что, конечно, в перспективе уже у Германии шансов нет. Но это было... Кому-то это было очевидно с самого начала, потому что это было при всех специфических свойствах действительно чистое безумие, чистое безумие. Начинать, да, пожалуй, войну. Одно из другое дело, что, опять же, легко говорить, но это действительно это было абсолютно, так сказать, безнадежно, потому что Германия действительно не могла всего этого выдержать. Это было уже чисто... Другое дело, что, возможно, все равно она, заварив эту кашу, все равно уже не могла всех последствий избежать. И это другое... Но тут, понимаете, опять же, так сказать... Проигрывать мысленно другую инсценировку, другой вариант, нет никакого смысла, потому что на мой взгляд... Сослагательного наклонения не существует. Не существует, потому что то, что произошло, не могло не произойти. Может, я бы так это... Да, разумеется. А когда мы мысленно создаем вот другие варианты, прокручиваем, это именно вот основа той иллюзии, которая связана с... Идеи свободы твоей. Это абсолютная иллюзия. Абсолютно. Идея свободы абсолютная иллюзия. На мой взгляд, да. На мой взгляд, да. Потому что мы, так сказать, мы судим. Мы просто, нам дано перебирать разные сценарии. Эта способность у нас есть. Но, во-первых, нам заведомо невозможно, подобно там какой-нибудь киноленте, открутить на такой-то момент и дальше начать другое. Когда мы смотрим какую-то вот эту, допустим, ленту кино, она уже существует. Нам задано постепенно следовать по ходу этой ленты. Это открутить мы можем, но фильм от этого не поменяется. Кому-то задано увидеть целиком ленту. Концовка будет той помните, же, и начало кстати, будет тем же. Помните, кстати, Воннегута «Бойня номер 5»? Ну, конечно. Ну, помните, да, там да. эти трансформадорцы? Помните, да. Вот, так что... Понимаете, тут просто, так сказать, это вот такая иллюзия, потому что по каким-то причинам человеку эта иллюзия нужна. Ну, она нужна, скажем, в большинстве религий как раз так или иначе делают упор на эту свободу. Потому что если мы ее отринем, так тогда человек встретится, допустим, богословы, встретится с достаточно сложными проблемами. Во-первых, тогда теряет, в каком-то смысле теряет смысл сверхэлементарного мщения и самосохранения, вся система юриспруденции рухнет. Вы понимаете? Ну, многие системы рухнут. Есть сейчас очень интересные опыты, о них писали, которые, так сказать, мне было как раз очень интересно узнать, потому что как-то они вполне... Были всякие опыты, кажется, это в основном в Америке, нейробиологи, что-то вот такие вещи. Они изучают импульсы, происходящие в человеческом мозгу, подключаются к каким-то центрам датчики, и прежде чем следует, когда что-то доходит до поверхности сознания, человек, так сказать, нажимает кнопку. Но от датчика соответствующего сигнал приходит раньше. Следовательно, когда нам кажется, что мы не знаем, мы решили там убить, украсть, что угодно сделать, что-то сказать, или за мгновение, или за там уже более внятные там, секунды, минуты, боже. Это уже после. Это уже этот импульс произошел. С этой точки зрения вообще преднамеренного убийства нет, потому что уже сигнал в нас сработал.
а причин, факторов. Их вообще масса, и мы, как уже я говорил, знаем лишь ничтожную их долю. И это, на мой взгляд, это просто ну, абсолютный пересмотр всех этих вот теорий свободы выбора. Это именно, это в чем-то полезная нам иллюзия. Хотя в чем-то и очень вредная. По-моему, даже это иллюзия, которая наоборот, наоборот, так сказать, ведет к лишним страданиям. То есть пример таков, что вот, допустим, я соглашаюсь с тем, что что-то от меня зависело. От людей, не обязательно от меня. Люди вольны, что от меня. Я эту преамбулу я принимаю. После этого я гляжу вокруг, что творится везде, всюду, всегда. И тогда действительно можно прийти в отчаяние. Но если я пойму, что это всегда было, ну, как помните в «Бойне номер 5», когда говорит, что вы знаете, что ваша вселенная погибнет от того, что где-то летчик нажмет кнопку. Да, да, да. И ему говорит человек, что «так вы же знаете, да ты ничего не понял, этот летчик всегда нажимал кнопку». Если мы поймем, что это всегда уже было, тогда действительно нам легче. А иначе действительно есть у чего отчаяться. Вот мы в какое-то время, неважно, мы там какой-то герой, кто-то мог что-то сделать. И он то ли по собственной глупости. У меня был опыт отношений, знал одну женщину, я ее знал через общих знакомых, которая была в диком отчаянии, что она там уехала из России. Но в какой-то момент сыграли роль чисто, у нее было все, и работа, и друзья, и успех, и талант большой, и все, все. И культура ей близкая в Москве. Но она уехала, потому что вот сын и внук уехали. И родовой инстинкт победил все. Оказалось, что она не так уж нужна внуку, и не так уж она близка там с невесткой, даже наоборот. А работы нет, а люди кругом. Вернуться. Что? Уже вернуться. Она стала болеть сильно. Она стала сильно болеть уже годы, хотя ее очень ценили на работе, были, что вообще было исключительно, ее даже готовы были взять, чтобы и опять взять на работу, что уж совсем редкость. Она была в диком отчаянии, причем она рассуждала вот так, по-обычному. Я, мол, дура, сломала себе жизнь. И вот я помню, как я говорил, не только чтобы ее утешить, но просто чтобы выразить свою точку зрения, что, может, и судьба ваша действительно трагична, но вы никак не сломали себе жизнь, а ваша судьба оказалась такой вот в данном случае. Но хотя бы не говорите, что вы вот себе сами сломали жизнь. Ну да, от этого хотя бы еще, так не... еще грустнее. Уже чуть-чуть легче будет, понимаете? Вот почему это... она не могла вернуться назад? Ну, я не знаю, она уже, так сказать, уже что-то... Впала ну, уже в прошло отчаяние. Несколько лет, она, может, отстала от этой работы. Может, еще, но она, видимо, она рядом был все-таки сын, с которым она была, который сам был врач и ей помогал. Уже здоровье было не то, силы не те. Ну да. Вот, так что, но то, что она была в абсолютном отчаянии, причем вот с этим вот лейтмотивом, вот, сама себе вот сломала. И вот эти цели, я понимал, что это очень печальный вариант судьбы, но что человек сам себе ломает, это у меня не укладывается в голове. А какое ваше понимание буддийского понятия нирваны, Александр Яковлевич? Как вы понимаете, что такое нирвана? Ну, потому что очень много разных это, по этому поводу. Если хотите, мнений. Это опять же в рамках, это предельное, до, так сказать, предела, до, так сказать, ощущения внутренней упорядоченности, дошедшей до такого предела, когда действительно... значимые противопоставления как бы снимаются. Задуваются. Да, да. Когда именно в этом смысле безветрие, можно так, конечно, ниббана, да. Вот, да, так сказать, можно и так понять, да. Максимальные данные, которые, опять же, сплошь и рядом, есть же, так сказать, опять же, как и в целом ряде направлений, тут понятия в чем-то ограниченные, что чем-то какие-то на каких-то ступенях совершенства, какие-то противопоставления остаются значимыми все-таки. Но в данном случае, хотя здесь могут быть, опять же, разные подходы. Ведь очень интересно, скажем, Индия, например, вот, скажем, вот, допустим, хотя вот, скажем, европейская аскеза, она и, значит, само, так сказать, самоограничение, в этом смысле это еще далеко, потому что остается само противоположность
соблазну и, так сказать, отсутствию соблазна. Эта позиция, скажем, в западной традиции вот этого пути остается ведь. Это частично реализуется, частично, в институте юродивого. Вот что я хотел показать при этом анализе. Я вспомнил, что-то отец Сергий Толстого. Это вот, да, 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 да. Вот, по отцу Сергию, да. По отцу... Когда уже, когда в сущности падение, ну, не согрешишь, не раскаешься. То есть там вот по этой классификации какие-то как бы условно пограничные ситуации. Полное совершенство, оно, кстати, в индийском варианте, оно по-своему более последовательно. Есть очень интересная легенда, это, наверное, вы вам встречали, что царь Шикхитхваджа. Может быть, вы слыхали это имя. Нет, в одном из источников. Не... Это был царь благочестивый, который, значит, он царствовал, его осенила благодать, и он, подобно Будде, ушел в лес. Это был вариант отправившегося. Это из буддийского канона? Да нет, по-моему, это текст не буддийский, а индуистский, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Я сейчас точно, ну неважно, да. Что тут самое интересное? Он, значит, ушел, потому что известно, что были варианты, когда можно было уйти, так сказать, с женой. Но чаще, видимо, жену оставляли на попечении старшего сына. Это ванапрастха стадия. Да. Ванапрастха. Ванапрастха, да, ванапрастха. Так вот, правильно. Значит, жену он оставил, жена дико тосковала по нему и пришла к нему в лес. Казалось бы, так сказать, ясно со своими желаниями. Ясно. Он к этому времени успел достичь такой ступени совершенства, вот, где вот начинается специфика. Ему уже было все равно, уступен он ласкам жены или не уступит. И настроенный таким образом, он, собственно, не совершал греха уже. Для него он уже превзошел эту вот оппозицию, там, страсть бесстрастия. Он даже, он, так сказать, он может, зачем ему было мучить жену, он шел навстречу жене, но он уже не совершал этим греха. Такое есть... Вот таких примеров в христианстве мне не неизвестно. Попадалось. Такое мне есть метафора замечательная как раз на эту тему у великого философа и учителя кашмирского шиваизма Абхинавагупты. О том, что ум йогина подобен сухой тыкве, которая даже погружаемая правильно. В воды чувственных наслаждений и страстей, остается сухой. Правильно. Как раз. То есть человек достиг, когда для него просто противопоставление релевантное на более низком уровне, теряют свою, так сказать, релевантность. Ему это уже без... И поэтому он его не может запятнать даже вот эта ситуация. А в христианской теологии она способна действительно запятнать и повернуть в ад просто того, кто, так сказать, пусть в любом состоянии, так сказать, поддается этому соблазну, греху. Так ведь уже рождаемся с... Правильно, в грехе и грешными. Ну, вот, значит, можно говорить о том, что это, что вот заданности пути, которая ему не открыта. Ведь есть очень интересные строки в Дхаммападе, это уже буддийской традиции, что я называю архата, вот, архатом, вот, блаженным, пути которого не знают ни гандхарвы, ни боги. Да, это не очень интересный момент. Этот путь просто неизвестен. Его не знают заранее. Но вот он уже, так сказать, видимо, и очевидно по генетическим, в частности, факторам, как, собственно, и происходит там с Далай-ламами, с Панчен-ламами. Хочется прямо сейчас перечитывать Дхаммападу срочно. Да. Первое, что я сделаю, строка, как да. только... Там, вот где... то самое издание, серенькое, Брахман. С синими буквами. Да-да, того называю. Там есть несколько строчек с анафорой вот, одинаковые. Да. Да, так что вот видите, это вот действительно вот это... То есть это какой-то... Ой, как это говорил один знакомый физик-теоретик, белый шум, который здесь, да, это в каком-то смысле действительно сверх всех возможных оппозиций, да. Но это, ну вот это ощущение, ну. Ну вот видите, не все же так все-таки печально. У нас же есть вот примеры таких архатов.
У нас есть примеры перешедших вброд, так сказать. Есть, да. Тиртханкаров. Тиртханкары. В общем, и даже их было, кажется, 24 в одном джайнизме, так сказать. Да, тоже замечательная, интереснейшая, древнейшая религия. Вообще идея, вообще образ перехода, вообще тоже универсален. Да, очень интересно. Да, по ту сторону. Есть даже какая-то картина у Рериха, у Николая Рериха, да. Вот такой переход вот через поток, и там сидит отшельник уже по ту сторону потока. Да, я даже, мне кажется, она даже в Тривандрумском висит, в Тируванантхапурами в музее, там ведь 20 да, работ был, его. Я был в Московском музее. Его работ довольно много в Индии. Я был, кажется, в Рижском, видел Рижское собрание. В Нью-Йорке, наверное. Я был в Нью-Йорке. Он большой. В Нью-Йорке я была знакома я с директором. Я пошел в музей Рериха. В Нью-Йорке, да? Да, я была с ним знакома, я потому что я собирала материал. Я знал немножко людей из семьи, из рода. Там сестра Юрия Николаевича, еще кто-то, да. Ну, поскольку вот его уже не было. А со Святославом Николаевичем вы были знакомы? Со Святославом Николаевичем? Нет, не был. Ведь был. Они же приезжали. Я его видел, да. Россию, я видел его на выставке. Союз. Ну, выставка мне... Да нет, я его, конечно, не знал. Вот. Ну, так, ничего. Он был совсем другой тип. Другой, да. Абсолютно мне тоже другой. Кажется. Да, меня всегда больше всего интересовал Юрий Николаевич в этой семье. Это было, он был гораздо глубже, да. Нет, но с ним я общался. И он единственный смог вернуться, заметьте. Он не побоялся вернуться. Но это, видите, нет. Это поразительно. Видите, это был его путь. Я не думаю, что это была отвага. Не думаю. Но все-таки ну, мало ли кто возвращался, отвага после скажем, того, что вернулся знали, Куприн, но он уже умирал. Стране. Куприн просто хотел умереть на родине. Он уже вернулся, уже безнадежно больным, и уже достаточно, так сказать, уже как-то, и уже, естественно, голова у него уже не вполне, и все там. За него кто-то что-то говорил и писал. Нет, бывают разные случаи. Бывают случаи такого одушевления, когда люди возвращались, и судьба их известна. Нет, это Прокофьев, например, вернул. Но у него был ряд каких-то расчетов. Отчасти самолюбие. Я не очень знал, я немножко знал его сына Прокофьевского. Он был искусствоведом, и даже так получилось, что я когда-то у него оппонировал его кандидатскую. Вот. Он работал в Институте истории и теории изобразительных искусств. Ну вот понимаете, но Прокофьев... Кто-то мне сказал, но это из людей, может быть, более знающих, я просто, это уже как-то уже внутримузыкальные страсти, что оставаться на Западе, когда там царит Стравинский, так сказать, он не мог, понимаете? Ну да, это что-то ну, очень такое. Моцарт Сальери. Может он, так сказать, при всей своей действительно ну, безумной одаренности, в чем-то, может, и гениальности даже, не знаю, он он был так вот подвержен сансаре в таком размере, ну это известно, да. Хотя, конечно, был человек крайне одаренный, конечно, и какие-то вещи у него замечательные. Но вот так вот, понимаете, то есть были разные случаи были. И тут вполне могло найти какое-то затмение. Опять же, человек не мог провидеть то, что с ним будет. Может быть, при том, что он, так сказать, конечно, был гораздо глубже, так сказать. Но вы же говорите, что все-таки все предопределено. Да, конечно. И да. Тут затмение, ты не денешься никуда. То, что это предопределено, это еще не значит, что, так сказать, заинтересованным личностям это ясно. Разумеется, кому-то ясно. Но это ничего не меняет. В этом смысле вот вам пример. Человек, у которого этот порог был очень низок, вы, наверное, о нем слыхали, но вряд ли его могли застать, был такой Вольф Мессинг. Да, конечно. Слыхали? Ну, конечно, не застал. Я даже как-то так сложил, что я даже когда-то в каком-то опыте участвовал с ним. О нем даже сняли фильм, знаете. Да, я знаю, да. Он выступал в Доме ученых. Вы участвовали в опыте? Да. В Москве? В Москве. Так, очень интересно. Это было очень даже запросто. Он давал концерт, сеансы в Доме ученых. Да. Ну, значит, отец был членом Дома ученых. Он туда, значит, повел семью. В Дом ученых,
Когда, значит, это начиналось, объявили, кто-то выстрелил, ну вот, значит, конечно, нам это страшно интересно, но надо, чтобы вот тут есть специалисты в разных областях, в том числе, естественно, научных, и надо, чтобы было жюри, которое как-то будет в курсе всех этих. Ну и кто-то назвал имя отца, значит, отец сидел в жюри, и когда они придумывали название, так отец, так сказать, по знакомству включил меня в этот тур. Опыт был, видимо, для Мессинга абсолютно пустяковый. Сколько вам было лет? Мне было, ну, лет что-нибудь, 13-14. Мессинг, может, нет, по-моему, еще 15 все-таки. Ну, неважно, значит, это для меня была сущая чепуха. Кто-то должен был что-то задумать, потом, так сказать, не говоря этого никому, так сказать, этого чуть не даже кто-то немногие знал, но, значит, он должен был взять в каком-то ряду у кого-то бинокль, затем сделать так, что какой-то мальчик в таком-то ряду, то есть я, сел на этот бинокль, а потом какое-то третье лицо, которое где-то со стороны присутствовало, к ней должен был подойти Мессинг, а дальше решать то, что нужно. И вот Мессинг, взяв ее за руку, не то, что он чуть куда-то, он ее буквально бегом, потащив за собой, направился именно вот к моему сиденью. Я там сидел, по-моему, с мамой сидел, вот. И стал быстро так. Он напоминал такую гончего пса, или пса, который выслеживает добычу, вот так вот. Он просто держал ее за палец и за собой тащил. Контакт был только этот. И сразу встал жестом, чтобы я сразу встал. Я встал, бинокль был подо мной, кресло было откидное, бинокль упал, он сразу. Но это у него была, видимо, такая чепуха, что даже вот. Так вот, нет, но я к чему это вспомнил. Как трагично обладать этой способностью. Вот смотрите. Ну, то есть способности, значит, были явные. Способности такого, пусть ограниченного, но определенного, ясновидения. Ну, вот, условно говоря, вот пониженного порога того, что должно совершиться. Что совершится на, если говорить об отведенном мне маршруте впереди, но то, что уже есть, и то, что уже может быть ему видно. Он никогда не рассказывал, как он это видел? Он ощущал это? У него была потребность, он очень хотел, чтобы его исследовали с научной точки зрения. Он очень переживал, что он на уровне такого артиста-фокусника как-то. Ну, да. Это известно, да. То есть так и не исследовали? Ну, что-то... Этим вообще власти интересовались. Даже говорят, на каких-то заданиях пытались использовать. Да, как будто и какие-то бы, да. У него были предвидения, которые вообще там кого-то спасали. Да. Он что ли, он предвидел, то ли какой-то полет, где погибла футбольная команда. Хоккейная, не помню, но неважно. С которой хотел лететь сын Сталина. Совершенно верно, да. И он сказал, что ни в коем случае не надо лететь этим самолетом. Да, вот да, да. Но команда погибла. Команда погибла, да. Теперь, видимо, известно. Да, но что я имею в виду? Он, значит, не знаю, указано ли это в книге о нем, но мне это подговорили люди, которые, видимо, об этом слыхали. Он, значит, женился. Уже в не вполне даже молодых годах, уже будучи в России, естественно. Вот. Говорят, что какой-то элемент своего вот искусства он даже передал жене. Видимо, это был по каким-то показателям счастливый брак. Но жена заболела раком. И он знал дату, когда она умрет. Вот это страшно. Да, потрясающе. Вот это страшно. То есть, если это было бы в порядке вещей, наверное, люди бы к этому приноровились, потому что в ряде культур такой проблемы, как на Западе, с этим нет. Это восточная культура. Да и в частности, в мексиканской культуре этого нет. Там гораздо более естественные и здоровые отношения к уходу из мира. Он это, с одной стороны, знал, и это уже трагедия для нашего, так сказать, мировоззрения. Но он же ничего не мог сделать. Он знал, что это, значит, его жена уже скончалась в этот день. Возможно, была ничего компенсация не мог сделать. Вот этого дара, который он передал ей. Возможно, ее болезнь была компенсацией этого дара ясновидения. Нет, не знаю. Вот что-то такое. Почему-то первое, что все эти детали были заранее решены. Может быть, потому что если последовательно рассуждать, так любая земная ситуация, будь это там знаменитый герой или будь это там совершенно рядовой, каких миллионы, да, она, так сказать, все это существует уже.
но того, что уже существует, это он, так сказать, абсолютно не был властен, и, так сказать, изменить сам это, сам ее уход. Причем именно это в эту дату. Это уже не его была сфера. Ему только это было открыто. Вот. Что кто-то может изменить, не знаю. Я думаю, что, наверное, мера воздействия, в каких случаях есть, там, телепатические, заведомо предусмотрена и, так сказать, дарована. И встреча с человеком, который может изменить ход вещей. Здесь остается, на мой взгляд, быть просто последовательным. Понимаете, опять же, то так, то сяк. У меня это с представлением о высшем начале не сочетается. Что вот когда так, а когда так. Когда высшее существо вот такое, а когда такое. Когда оно бросило кости, как будет, а когда оно знает. Понимаете, вот на этом уровне я не могу постичь. Нет. Может быть и таким, и таким. Может быть что угодно, но я подчеркиваю, что как в моей голове, если говорить о высшем, это не укладывается. Угу. Потому что самый момент значимости вот этой оппозиции знания и незнания, могу сказать, вообще этого уже нет. Есть просто вот это все, есть вот этот универсум, абсолют, можно как угодно назвать, там, Брахман, как угодно называйте. Это, кстати, не важно. А да, где-то это может быть, кто-то имеет в виду, говоря Шива, а кто-то говоря Вишну, а кто-то, так сказать, говоря Зевс, не важно. А там гностики еще как-то скажут, вот. Понимаете, неважно. Но представление об этом начале у меня не, так сказать, сочетается с любым признаком антропоморфизма. Это уже так, как, так сказать, устроена голова. Я это подчеркиваю, да. Хотя тут, разумеется, могут быть любые спекуляции, переносящие наш мир и наши желания самые разные, более того, и наши комплексы, наши агрессивные желания, импульсы, все это переносящие на высшее, этим люди сплошь и рядом занимаются.